вооружился заранее приготовленной, находящейся при нем, бейсбольной битой, после чего, используя ее в качестве оружия, нанес указанной битой Моисенко множественно, не менее 4 ударов по голове, туловищу, верхним и нижним конечностям. Я про него узнал в тот день от жены, ну, буквально за несколько часов до происшествия. И она эти все 2 дня ходила, ну, и меня подстрекала, что почему ты еще, ну, с неразбитым лицом. Вот. Я говорю, а почему так должно быть?